Я в Доме кино в Ленинграде позвала в туалет девицу, которая названивала моему мужу, сняла босоножки и ее избила. И потом в Доме кино висело объявление, что меня в течение 6 месяцев не впускать в Дом кино. И у нас, да, в то время был, значит, директор, ну не буду его называть, режиссер очень известный, и он меня вызвал на ковер и сказал: «Покайся». Я говорю: «Не буду». Он говорит: «Давай так, соберем собрание, и я тебе задам вопрос. Гузеева, ты каешься?» А ты так только кивни. Я сказала: «Не буду, потому что я была права».